Кето-рецепты от Эрика и Карен Берг. Всем привет! У нас очередной интересный рецепт. Да, это называется асаи. Именно так. Это асаи-боул. Точно. Я подсматриваю в шпаргалку, потому что все время путаю боул из ягод асаи или просто асаи-боул. Ягоды асаи, что это за зверь такой? Куча антиоксидантов. Реально много. Ладно. Борются с твоими свободными радикалами. Потрясающе. Здесь авокадо, наверху много других интересных штук. Здесь кокосовое молоко, сверху присыпано семечками. Вы уже знаете, что я ем семечки каждый день. Тыквенные, конопляные. Люблю конопляные семечки. Я фанат семечек. Я всегда добавляю в салат семечки и орехи. Это блюдо на самом деле очень холодное, как ледышка. Оно очень отличается от наших предыдущих рецептов. Это что-то вроде мороженого или холодного десерта. Может быть десертом, можно съесть чем-то на обед. Или полноценным блюдом. Или так. Попробуем. Давай. Похоже на пудинг. Да? Знаете, даже напоминает шоколад. Как сорбет. Да, это сорбет. Идеальный летний десерт. Невероятно освежающий и не очень приторный. Я бы сказала, вообще не сладкий. И готовится очень просто. Очень просто. В любом случае, это очень вкусно и действительно полезно. И если дети просят мороженое или фруктовый лед, и вы не знаете, что им дать, асаи-боул может быть отличным вариантом. Думаю, они будут в восторге. А еще, если вы ищете средства от свободных радикалов, это то, что надо. Вот рецепт. Смотрим. 400 грамм замороженных ягод асаи. 50 грамм черники или голубики. Половина авокадо. Сто 80 миллилитров неподслащённого кокосового молока. 50 грамм архата в порошке или эритрита. 2 все в блендере. По желанию присыпьте конопляными семечками, миндальными лепестками, тыквенными семечками, кокосовой стружкой или черникой.